13 февраля 1945 года. Войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта после полуторамесячной осады и упорных боев в трудных условиях Большого города 13 февраля завершили разгром окруженной группировки противника в Будапеште и тем самым полностью овладели столицей Венгрии, стратегически важным узлом обороны немцев на путях к Вене. В ходе боев в городе Будапешт войска 2-го Украинского фронта взяли в плен более 110 солдат и офицеров противника во главе с немецким командующим Будапештской группой войск. За 13 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 116 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 9 самолетов противника.